Еще одна трагедия произошла в деревне Кюльхере Красноармейского района. Вечером 19 января сгорел жилой дом Степановых. В пожаре погиб глава семьи. 19 января после 18 часов вечера в хозяйстве Степановых случился пожар. Возгорание началось в котельной дома. Огонь быстро перекинулся на жилую часть. В момент пожара в доме находился хозяин Геннадий Михайлович. Ему не удалось выбраться из огня. Мы, конечно, как бы очень старались с людьми, с друзьями. Вся деревня прибежала. Ведрами, кто снег кидает. Но вот потом пожарные приехали, но дом все-таки полностью сгорел. Общими усилиями соседи собрали Ираиде Николаевне необходимые теплые вещи. На днях провели субботник и помогли расчистить участок. Живет Ираида Степанова сейчас у соседки. Вот мы поженились в одном году. Вот с тех пор дружим, вместе живем, как соседи, как подружки, как сестры. Вот она у меня сейчас у меня живет. В нашей деревне люди очень отзывчивые. Не останутся они в стороне. У кого горе, у кого радость, в нашей деревне вот так. Все помогают друг другу. Спасибо, конечно, им поддержали очень. Посреди зимы Ираида Николаевна осталась без крова. В пожаре уцелели только хозяйственные постройки с живностью. Впереди у хозяйки долгая процедура восстановления документов. Несмотря на все трудности, которые выпали на ее долю, Ираида Николаевна твердо решила заново отстроить дом. Мне очень хочется восстановить дом. Вот этот дом же, который я прожила 30 лет с мужем. Там дети выросли. И все-таки я хочу вот этот дом восстановить же. И я как бы жду помощи. Может, и деньгами, кто может. Может, материалом. Село потихоньку вымирает. Каждый человек у нас на счету. И я хочу продолжить свою жизнь здесь же. Поддерживают желание Ираиды Николаевны и в сельской администрации. Администрации Караевского сельского поселения не останется в стороне. Мы будем всячески помогать семье Степановых. Лично я буду держать на контроле эту ситуацию до тех пор, пока в деревне Кюльхери по улице Лукина, дом 25, не будет построен жилой дом. И пока Ираида Николаевна не начнет жить в этом доме. Семья Степановых очень надеется на помощь всех неравнодушных людей. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.